наверное, невозможно. Но я хочу быть просто рядом, тихо, осторожно. Темы любви, взросления, расставаний, жизненных уроков. Все это «Волна» – проект автора песен Натальи Ериной и ее мужа Владимира Ерина. Наталья стала гостьей традиционного квартирника в Одинцовской библиотеке номер один. В библиотеке с пианисткой мы играем впервые, такая акустика, прям акустика. Мы представим 10 авторских песен. Вот одна даже написана совместно. Вот, это первый такой концерт акустический после, вот в новом году. Когда твоя печаль совсем неизлечима, и тот морской причал такой же нелюдимый, случайный наш роман такой необходимый. Одинцовские слушатели встретили Наталью очень тепло. Автор песен призналась, что подобные творческие встречи помогают музыкантам лучше узнать свою аудиторию. В ближайших планах у исполнительницы выпуск новых альбомов, а у коллектива библиотеки интересные квартирники. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».